Петька сидит, на тебя глядит. А среди них там, ну, знакомые, граждане по дому, родственники со стороны жены. Узнают тебя, репортеры кричат, а вон Вася Вышемши, давай, Вася, дескать, не робей, дуй до горы. Ну, и ты тоже им так со сцены всякие знаки показываешь, что, мол, оставьте покоиться, граждане, знаем сами с усами. Ну, только если глыбже подумать, то да ничего хорошего в этом искусстве нет. Нервы себе больше попортишь. Да. А вот, помню, ставили мы пьесу одну. Ну, из прежней жизни. «Кто виноват» называется. Ну, так очень, я вам скажу, хорошая пьеса. Да. Там в одном действии, вот так вот, на глазах у зрителя, нет, вот прямо так, как есть, вот чисто вот так вот, на глазах у зрителя хранители купца храбят. Очень, знаете, натурально получается. Купец тот кричит ногами от грабителей, отбивается, а его грабят. Жуткая вещь. Ну, поставили мы эту пьесу. Так перед самым спектаклем актер один, ну, из любителей. Ну, тот, который со мной купца играл. Ну, выпил. Да. И так его бедолагу по жаре-то растрясло, что смотрим... Ну, не может дальше роль купца вести. А как краб выходит, так нарочно ногой электрические лампочки давит. Ну, режиссер наш, Иван Павлович, мне и говорит. Не придется, говорит, во втором действии его краб выпущать. Ведь все сукин сын лампочки попередали. А может, говорит, ты за место выйдешь. Ну, публика натура не поймет. Я говорю... Братцы, говорю, режиссер Иван Павлович, да не могу я сейчас в крампе выйти. Я недавно два арбуза съел. Ну, соображаю тухо. А он мне: вручай, Вася, не срывай нам культурную мероприятию. Уговорили они меня. Вышел я в крампе. Нет, ну, то есть, как было в своем пиджаке, в своих брюках, что-то вот бороденку чужую нацепил и вышел. Ну, а публика, она хоть и дура, а меня в раз признала. Вон, кричат, Вася Вышемши, давай, Вася, дескать, не робей, дуй до горы. Ну, я и говорю, тут уж, братцы, никак робить-то не приходится, потому как, ну, критический момент. Актер, говорю, сильно выпивший, и роль купца дальше вести не может. Плюет. Ну, начали мы действия, играя этого самого купца, кричу, ногами от грабителей отбиваюсь, вдруг чувствую, что кто-то из любителей мне прям в карман лезет. Ну, я крючачок запахнул, отбиваюсь от грабителей, стараюсь. Говорю, не подходи, дьяволы, честью прошу. А они, походу, пьесу наседают. Часы с меня сняли. Бумажник. 18 червонцев вытащили. Дальше продолжают. Я кричу, братцы, говорю, братцы, так что ж делать? Ведь серьезно, сволочи, грабил. А от этого только в зале больше эффект получается. Публика-то дура не понимает. Кричит. Молодец, Вася, давай дальше, дуй до горы, крой их дьяволов по башкам. Я кричу, да не помогает, братцы. А сам прям по голове стихаю, ей-богу. Ну, гляжу, один из любителей уже кровью исходит, а остальные пуще наседают, враг вошли. Я кричу, братцы, говорю, ну что ж такое получаете? Через какое такое-то самое страдание это принимать должен? Тут режиссер наш Иван Павлович выснулся из занавески, говорит, молодец, Вася, чудно рольку ведешь, давай дальше. Ну, я вижу, кричать-то не помогает, потому что все, что бы я ни сказал, аккурат по ходу пьесы ложится.